общежитии номер 5 Луганского государственного университета имени Владимира Даля размещены жители освобожденных территорий Луганской Народной Республики. Среди них большое количество детей, которые нуждаются в помощи и поддержке. В рамках работы по снятию социальной напряженности запланирован ряд мероприятий как для взрослых, так и для самых маленьких. 6 апреля первичная профсоюзная организация студентов Луганского государственного университета имени Владимира Даля организовала посещение музея МЧС столицы республики для ребят самого разного возраста, эвакуированных из рубежного. Не надо прятаться под кроватью, под столом, когда пожар есть. А куда надо звонить в случае пожара? В пожарном. Мне понравилась картина, там, еще там что. Интересный музей? Да. Приедешь еще? Ну, постараюсь. Узнать, как работает огнетушитель, пожарный гидрант и посидеть за рулем пожарного автомобиля, все это стало возможным благодаря увлекательной экскурсии в музей МЧС. Я хотел бы стать адвокатом, но вот. Вообще, еще приедешь в этот музей? Да, я бы приехал. Работа пожарным – это очень сложно. И очень интересно, наверное. Да. Спасибо пожарным за то, что они есть и помогают людям. Ребята с удовольствием посмотрели информационный сюжет о том, как правильно вести себя в случае возникновения пожара, узнали о том, что настоящих спасателей готовят в Институте гражданской защиты Далевского университета. В непринужденной обстановке дети усвоили основные правила поведения и номера телефонов служб спасения, которых необходимо уведомить в случае чрезвычайной ситуации. Кроме того, экскурсовод музея рассказал об обращении с взрывоопасными объектами. Мы находимся сейчас в пожарной части МЧС ЛНР. Хотелось бы отметить, что по их инициативе и при нашей поддержке мы сегодня устроили такую экскурсию для переселенцев, для детей переселенцев. Я надеюсь, что встреча наша не последняя. Мы планируем проводить некого такого рода мероприятия в других музеях. Мы хотим в будущем показать музей молодой гвардии, потому что мы понимаем, что пропаганда с той стороны велась определенно. Мы хотим показать, что действительно у нас на территории Луганщины были замечательные молодогвардейцы. А сегодня мы хотели показать им, что есть замечательная профессия спасатель, что спасатели нашей Луганской Народной Республики выполняют свой героический подвиг. И я надеюсь, что в сердцах наших маленьких детей это откликнулось. И в будущем они также заступят на этот пост. Закончат наш замечательный институт гражданской защиты и пополнят ряды МЧС ЛНР. Конечно же, дети реагируют. Дети, я всегда говорил, это лакмусовая бумажка. И общаясь с детьми, взаимодействуя с ними, видя их отклик, блестящие глаза, ну, видно, что будущее у нашей республики будет светлое. Такие мероприятия теперь станут традиционными для детей из освобожденных территорий. Более того, сотрудники Далевского университета организуют постоянную работу в этом направлении, помогая взрослым и детям адаптироваться в новых условиях.